Вырезали пороги. Вырезали полностью крепление под крыльями. Кабину видно. Здесь все это желтое намятое. Вот оно. И сейчас вместо вот этой всей ржавчины попробуем изготовить новый короб, новый порожек. Это у нас исходный материал. Вот тут кусочек железа на квадратный метр у нас остался. Произвели разметочку. Вот тут вот много-много-много всяких черточек, уходящих туда к горизонту. Вот. Вот они вот такие вот. Миллион параллельных линий. Сейчас вырежем и попробуем согнуть новые пороги. Вот было сделано две заготовочки. Ну, сейчас будем их размечать все и попробуем согнуть. И вот таким незатейливым методом будем переносить разметку с одной стороны листа на другую. То есть вот берем ножнички и делаем надрезики. Вот они. Так. Вот таким вот незатейливым, но эффективным методом переносится разметка с одной стороны на другую. Остается нам что сделать? Перевернуть. У нас есть надрезы, упираем в них линеечку и делаем разметку с этой стороны. Тем работаем.
такая вот у нас штука получилась. Пару рожек, заготовка. Алло. Таких жебезюки, которые когда сейчас сварим, подогнем, подстучим, вот. Или с этого края, или с этого, без разницы. Сейчас углы наклона больше, меньше, посмотрим. Вот для углов наклона у нас был изготовлен вот такой шаблон. Вот. Это будет вот сюда. То есть вот здесь уже есть, здесь есть. Вот здесь у нас какой-то угол есть. Вот он. То есть у нас остается вот этот большой угол. Ну и то же самое сюда. Верхняя часть тут некрасиво постучим, подровняем. То есть вот этот градус не 90, а где-то вот сколько тут, 130 должен быть. Вот. А здесь наоборот не 90, а градусов 80, да, наверное, должен находиться. Ну вот, в общем, сейчас линия сгиба у нас намечена. Да, это не станок с ЧПУ, все это на глаз, все это. Терпение и труд хороший результат дают. Работаем.